Итак, всем привет, с вами я всегда Артем, новый влог, так что новый лайк, новый комментарий, подписывайтесь на канал. Поехали! Моя веселуха начинается с работы. Вот это просто, вот это, видите? Вот это все, вот эта гадина заживала. Вот посмотрите, просто сколько бумаги потрачено на это все, просто кошмар. Честно, сил уже нету. Сейчас я достану, скреплю, и мы поедем, прокатимся в город, покажу вам, расскажу. Очень жарко на улице, мне кажется, на улице градусов 30, потому что я сижу, у меня вентилятор, кондиционера нету, я просто вот так вот умираю, вот так. А на улице, кстати, такой ветерочек, но все равно очень-очень-очень жарко. И кто, кстати, не видел, ребят, такой маленький гайд моего компьютера. У меня получается геймерский монитор от LG с большим, просто нереально широким разрешением. Клавиатура Red Square, мышка Bluetooth, подставка под провод для мышки, аудиотехника, микрофон, который, кстати, стоил 30-ку. Ну и вот получается компьютер. Если вам интересно, чтобы я вам рассказал полностью про свой комп, из чего я собирал его, как я его собирал и как мы покупали запчасти, вы уже видели, ребят, ссылка на видео будет в описании. Но можно сделать ролик, где я расскажу, допустим, что я играю в CSGO, у меня в меню там может быть 500-700 FPS, в игре 200-250. Поэтому, ребят, если вам интересно, ставьте лайк, пишите в комментариях, и я обязательно расскажу, что за комп я собрал все-таки. Из чего полностью он состоит, разберем, покажем. Вы увидите, если захотите, соберете такой. Но мышка, клавиатура, комп просто нереальный. Сейчас я покажу, как я немножко здесь работаю, отдыхаю. Ну, отдыхаю реже, больше работаю. Но сейчас я вам покажу офис, потому что вы все его видели, когда я его еще только строил. И покажу, что как проходит. Ну, вот здесь у меня стоит калик, компьютер, сиденье, на котором я сижу. Куча всего, что нужно, не нужно. Там, кстати, второй компьютер. Здесь у меня плойка. Кстати, вот мои наушники, в которых я бывает играю, но сейчас не играю. Куча пыли. Очень много пыли. Надо все протереть. Вон там плойка стоит, третья, Slim. Вот. Но сейчас я беру уже документы. В принципе, ничего вырубать не буду. Кстати, может, свои Apple Watch, что-то я про них вообще забыл. Не знаю, ребята, есть у кого Apple Watch? Если есть, пишите в комментариях, какие у меня, допустим, третьи, Series 42 мм. Вот. Короче, ладно, пофиг. Берем документы и поехали. В Сочи реально очень-очень жарко. Ну, посмотрите, как солнце светит, просто невыносимо. Я уже в шортах, в майке. И, кстати, сегодня я не на своем Мерседесе, а вот на этом черном красавчике. Тут еще жарче, чем я думал. Боже, еще жарче, чем на улице. Кошмар. Сзади у меня, как всегда, бардак. Теннисная ракетка, сумка, все что угодно. Но закидываем и поехали. Ну, короче, как-то вот так двигаемся. Кто-то кайфует. Вот ему сейчас, наверное, вообще кайф. Вот так двигаемся. В принципе, эта машинка мне тоже нравится. Моя просто немножко поломалась. Ребята, если вы хотите узнать, что в ней произошло, посмотреть, как я ее ремонтирую, то тоже пишите в комментариях, ребят. Хочется снимать побольше контента для вас. Ну, очень много машин, там М3 едет. Очень жарко и большая пробка еще. Много людей, наверное, будут говорить, что ты что, купил новую машину? Ребят, на самом деле моя машина немножко поломалась, 1100 рублей. Вот, но это на время, ребят, скоро я уже куплю запчасти, которые нужны. Не бойтесь, ни коробка, ни двигатель, там всего лишь блок ABS поломался, поэтому ну, на ней нельзя сейчас ездить. Ну, это, в принципе, невозможно, вот. Поэтому я езжу на этой машине, это машина моего отца, потому что реально вот хочется, чтобы каждое видео набирало хотя бы, ну, 200-300 лайков и пару тысяч просмотров, потому что реально стараюсь для вас. Вот, и даже тогда, когда я работаю, когда очень жарко, овер просто жарко, пробки, я сижу и сейчас с вами разговариваю, что-то рассказываю. Поэтому, ребят, давайте лайк за старание, давайте наберем на этом видео хотя бы 100 лайков. Я действительно вас обожаю, даже тех 200-150 человек, которые будут смотреть ролики, неважно.
сам факт, что вы у меня есть, вы меня смотрите, вы меня комментируете, ставите лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчики. Я вас за это и обожаю, ребят. Наша администрация, очень, конечно, странное отношение к городу, как только летний сезон. Значит, нужно изменить дорожное полотно во всем городе. И из-за этого страдают все. Просто такие пробки из-за этого. Из-за того, что они просто во всем городе решили поменять дорогу. Резко, не по чуть-чуть, резко везде начали менять дорогу. Такие пробки, кошмар. Кстати, вот такой же, как и на котором я еду, только серенький. Не, черненький все-таки поприкольнее. О, автобус, ты что такой наглый? Ну, просто посмотрите, вот посмотрите на эту дорогу. Асфальтоукладчики, вон, блин, вообще кошмар. Кстати, у меня много подписчиков, ребята, из Сочи, можно сделать мини-сходку. Если хотите, то пишите в личку ВК, все ссылки, ребят, в описании. Я наконец-то думаю, что я сейчас через все эти пробки доеду до работы, а то уже бензинчика, точнее солярки, маловато, время уже 2, расход 17,3, но из-за того, что я кондиционер включил. Смотрю на такой же Мерс, как у меня, блин, какой же он крутой. И так жалко, что он сейчас стоит в гараже, ждет запчастей, потом поедет в ремонт. На все комментарии отвечу, всем поставлю лайки. Поэтому, ребят, давайте вниз и 10. Ох, что за ГЛЕ, видели синенький 63 АМГС, прям вообще пушечка. А вон, ребят, далеко-далеко, точнее очень близко, то, ради чего люди ездят в Сочи. Это, конечно же, море, вот оно. Такое прям кайф, голубенькое, и нету ни шторма, ничего. Вон люди даже есть, которые купаются, кошмар. Еще вода холодная, они уже купаются. Приехал купить табак для кальяна 50 минут. Пачку купил, вот такую пачку отдали для кальяна. Лимон с какой-то фигней. Лимончелло, блин. Как у тебя тут ходишь? Кто пришел? Все. Ты кто? Так ты хочешь. Ты кто? Ой, ты только бьешься! Это самое не буду. Короче, отвез я сейчас Аню в молл, сам еду снова по работе, заскочу в офис, переделаю, что мне нужно было переделать, и поеду. Короче, в итоге снова я переделал работу, вот уже папочку несу, пью колу. Ребята, очень жарко. Мы потом, я съезжу на работу, мы, скорее всего, пойдем в кальянную, потому что потом у меня работа снова. Блин, что-то у меня камера уже глюкнула. Так, чуть-чуть так повисить. Еще я открою машинку. Вот. Ой, этого не видели, ничего не упало. Я взял с собой ноутбук. Буду монтировать видео. Блин, меня кто-то заставил. Ладно, сейчас я пойду разгребать тут машины. Сзади меня прям подперли мощно. Вот, и я там буду монтировать влог, буду показывать вам. У меня уже зарядки очень мало, поэтому, ребята, я поехал. Все, увидимся уже на монтаже влога. Еду обратно за ней, тут такая пробка, просто капец. Походу кто-то приехал из, не знаю, депутатов, президентов, кого угодно. Короче, в общем, тут стоит, вот так вот стоит все, просто жопа. Вообще кошмар. Я не знаю, сколько я тут ехать буду. Вечно вот такие пробки перекрывают прям полгорода. Лайк за Тойоту, которая не ломается. Ту-ту-ту-фу. Тык-тык-тык. Когда ты владелец Мерседеса и у тебя 200 рублей в твоем кошельке. Репортишка, да. Ну просто что мы смотрим? Мультик. Рио. Самый главный зритель. Чуть-чуть уже отдохнули, покурили кальян, посмотрели мультик. Сейчас прогуляемся чуть-чуть. И все, я пойду работать. Аня будет заниматься своими делами. Вот, на этом мы видео заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Пишите комментарии. Всем пока.